Ну вот и прилетела посылочка с AliExpress. Заказывал часы. Как указано в описании, продавец пишет, что это мужские роскошные часы. Фотографии выглядят тоже неплохо. Так что сейчас посмотрим, что пришло и в каком состоянии. Подарочек положили какой-то. Подарочков нету. Запаковано неплохо. Вот такая коробочка. Слегка помятая. Вот бренд часов. Китайский бренд. Ну, типа в подарок можно. Открываем. Рулончик сверху. Ну вот они, часики. Ну да, на подарок сама то. Часы кварцевые, минеральное стекло, защита от царапин, давление воды выдерживает до 3 бар, 30 метров, проверять не буду, да и негде, да и незачем. Имеют поворотный бизель. Поворачивается только против часовой стрелки. Но это не важно время, так можно засечь. Диаметр циферблата 5,2. Толщина 17 мм. Открывается обычно. Кстати, время выставлено уже. Верно. Также есть календарь в часах. Вот эти три дополнительных циферблата, это всего лишь муляж для красоты. Часы внешне вообще напоминают известную швейцарскую фирму часовую, это Invicta. Собственно, китайцы, видимо, и слезали ее оттуда. Ну, не важно. Браслет очень большой, конечно, надо укорачивать. Это элементарно делается. Поэтому вот такой вот видон.
Вот такие часики. Кнопки тоже для интерьера, для экстерьера, для красоты. Ну, не суть важно, самое главное, вид неплохой. Посмотрим, поносим. Тут какие-то надписи не разглядеть. А, ну пишут типа якобы водонепроницаемые. 3 бара. Угу. Ну неплохо. Конечно, нужна большая рука, толстая под такие часы, но ничего страшного, можно и так поносить. Коротим браслет, все в порядке. Вот этот часы тоже вот были с таким же браслетом. Укоротил, нормально все держится. Так что вот так. Ну вот так выглядят часы, уже с укороченным браслетом, не болтаются, не жмут. Провозился, конечно, с ними, думал, просто будет укоротить, оказалось, не так уж и просто. Ну, зато сейчас выглядит очень симпатично. Вес у них 240 грамм. Ну, и такая приятная тяжесть на руке. Ну, кто любит часы большие, тот понимает. Кому будет интересно, как укоротить браслет, задавайте вопросы. Всем пока!